Господа, пожалуйста, я согласна на этот вариант. Если Минфин находит 2,2 миллиарда, все эти предприятия становятся выгодными для приватизации. Давайте мы 2 миллиарда найдем источник. Давайте мы про технологии провансируем. Мам. Давайте мы заодно гривну купим. Что? Готовку. Какую? С газом. Чистоту. Как план действий затвердил? Если они реструктуризируют и забудут эти долги когда-то. А кто прибыл из другого сектора? Все, я понял, да. Кто сам из него? Так а какой долг в Евроцентрале реально всего? Министр экономики, значит, поки я оголошую засідання з Бірговиськом. Не, подождите, а что? Мне все равно, это фонды Держмайна. Пусть рассказывает тогда, почему у него теплоцентрали не рассчитываются за. Мне как бы все равно, это же мое. Не державный. Не важно, 90, там это, я понимаю, что ПСО все равно нужно оставаться для того, чтобы мы могли обеспечить стабильность тарифов на теплоэнергию. І я в цьому переконував сьогодні МВФ, скільки там годину, дуже-дуже наполегливо переконував. Тому що якщо буде стрибок ціни на газ, то ми навіть не зможемо закласти це в тарифи теплопостачальників, теплопостачальники згенерують бруд. Я тоді пропоную всім, отут зараз є от, міністр економіки, зважаючи на те, що у нас є позиція відмови від ПСО, від регульованих цін, які зменшують вплив впливання ринків, ну, взагалі є регульована ціна для спеціальних покладання спеціальних обов'язків, це називається, для забезпечення загальносуспільних інтересів, розглянути можливість переконання МВФ, що ПСО, ми 100% відмовляємося від 1.04.05. Ну, це прямо тоді. Ми можемо це обґрунтовувати якимось там нобільці. Тоді ми просто, ну, історію. Я думаю, що вони спеціально хочуть, щоб ми прийшли до приводу. У нас є факт, друкова, що ПСО з 1 січня має точку. Питання наслідки. Наслідки я сьогодні, до речі, казав, що, в принципі, у нас державна компанія буде заробляти більше грошей. Да, але, на що я звернув увагу МВФ? У нас на цьому можуть заробити, на значному стрибку цін, можуть заробити і комерційні постачальники. Тобто оці постачальники, які зараз дають пропозицію на ринку, вони також від цього будуть заробляти. Так. Чому? Тому що цей попит не є платоспроможним. А вони на це ніколи не кажуть. Ми маємо досвід з Києвом, коли пан Кучко пропонував купити 2 гарнази. І всі адекватні продавці, хто в Ріксма набрали своїх менеджерів і сказали, що цим пасатам не продавати ніга. Але щоб ми не заробили, щоб все було спокійно, я думаю, треба повернутися до історії, коли міста проавансують, газ підняться зараз. І тоді буде абсолютно економічні підстави, які не буває, ніхто не зможе поскаржити чи чележнути, не піднімати тарифи. Купити газ зараз, зафіксувати його за містами, розрахувати за нього зараз і сидіти всю землю. Давайте сделаем объединение. Давайте поменяем нетбот, бюджетный кодекс, на Минправ, местным властям, покупать газ, подземки и финансировать это через наратный финансовый фонд. У нас пока есть интерес города Хайна. Вот в понедельник Андрей будет с ними на переговор. Дай бог, что мы не так купили. У них у всех же есть этот ресурс. Этого ресурса 7,8 миллиарда. А люди получают тепло каждый на себе. Значит, оно... Киев, Харьков, Одесса, Днепр. У них есть остатки на счета финансправа, эти остатки временно отдать возвратно финансовому. А вот сейчас есть профицитный, есть дефицитный. Давайте я решить дефицитный. Просто изменение в бюджетный кодекс по распределению бюджета развития, который, по сути, лежит на счетах. Да. А это нельзя. Ну, то есть это вытраты с проживания, а не вытраты розыгрыша. Идея в чем? Эти люди, я думаю, не любят безвратно. Они возвратно финансовую помощь, они потом скинут. Ну, то есть, потому что они не сэкономят на... Нет, они ничего не сэкономят, они все потеряют, потому что это только государство сэкономит на субсидиях, но не местное самоуправление. То есть, это ресурс местного самоуправления на развитие, который мы говорим, проавансируйте вытраты с проживания. За счет услуг уже такая на коммунальную сферу, на общественную сферу. Давайте спросим жителей местных городов, что им нужнее, стеклянный мост или стабильный тариф на газ? Я уверен, ответит.
не уверен, что выбор будет во втором. Вот реально будет. Ты просто, смотри, ты тоже такая идеалистическая картина. Ты никого не спросишь. Нет механизма спросить об этом. Давайте поймем обслуживающую. У нас есть идея, да? Идея неплохая. Когда мы в прошлый раз ее обсуждали, мы пришли к выводу о том, что любая попытка заставить их это сделать, это время. Ну, то есть мы там посчитали, посмотрели, ну, то есть когда нам таки удастся создать инструмент, заставить, если мы говорим об административных инструментах, то мы там раньше, чем конец октября, никак вообще не выделяемся. Поэтому возник вопрос, а может быть кто-то хочет. Да, вот есть карта у нас. Я правильно понимаю, что есть ограничения какие-то? Да, конечно. Так, да. Ограничения можно снять? Это бюджетный кодекс. Ну, можно сказать, смотрите, мы даем свободу, пожалуйста, хотите, а после этого мы можем, скажем, в диалоге их к этому стимулировать. Есть идеология бюджетного кодекса и бюджета развития. Там просто разница будет во времени, когда деньги будут возвращаться. Это до конца года, там надо подумать эту историю. Ну, так это 3 месяца. Мне просто не придется принести свое развитие на 3-4 месяца. В этом мы не видим никакой проблемы. Ну и просто антимонопольно просто заблокировать согласование без помощи и все. Как с ними работать в этом направлении? Понятно. Но это идея. Да, ее можно отработать. Но это на самом деле идеологические вещи. То есть там, бюджетный кодекс формировался по определенным принципам. Конечно, что есть? Мы это понимаем. Мы же говорим о чрезвычайной ситуации, правильно? Все сейчас. Нет, это бюджетный кодекс, это не чрезвычайный. Бюджетный кодекс – это идеология формирования бюджета. Есть? Доходы, есть расходы. Не, они хотят тебя провести через кризис. Для того, чтобы ты потом назад не отбегал. Он очень просто. Он здесь, смотри, если парень, я тебе сейчас позволю уйти в весну и весной в эту сыграть, то никаких гарантий нет, что когда придет осень, ты опять не отыграешь. Все просто. И наша ситуация с Крым Роком есть лучший пример, подтверждающий правильность этой идеологии. Понимаю. Это очень простая история. Ну, то есть они тебе могут улыбаться. Рассказывай сказку. Но если бы ты был на их месте, ты бы сказал, смотрите, товарищи, как у вас. Смотри, Лёша, на самом деле ты на своем месте. Черные долги миллиарды у нас на балочке, когда мы спишем у ноль, потом выставим посольный фильм. Если подвести итог сегодняшнего совещания, мы о чем-то говорили? Мы договорились о том, что с твоим приходом появилась задача снова отработать выборы по местным советам, для того, чтобы их использовать для закупки газов сейчас на использовать его в У нас там 74 миллиарда.